Ассаламу алейкум. Всем доброй ночи, уважаемые друзья. Ну что, дорогие друзья, я на самом деле в хорошем настроении, потому что наши подразделения очень сегодня хорошо поработали. Когда я говорю наши подразделения, я имею в виду все подразделения, находящиеся на Курском направлении. Значит, что хочу сказать, значит, чисто на нашем суджанском направлении, получается, ребята наши общими усилиями уничтожили один склад с БКА, значит, уничтожили один ангар с техникой, сожгли его ребята, и там постарался хорошо, получается. Значит, ну, пикап там, такую мелочь я уже даже не считаю, там разного характера, короче говоря, точки взлета БПЛА вместе с расчетами, значит, сбили там несколько баба-йог там. Ну, это все, как говорится, вот чисто на нашем направлении, в общей сложности противника давили, давили и давим очень хорошо, все нормально. Ну, я хочу рассказать новости с другого направления, это наш правый фланг, внизу там, где получается... Вчера бойцы наших российских подразделений, они зашли в Никола Дарина, зачистили его, полностью взяли под контроль. Сегодня взяли под контроль Дарина, его тоже взяли под контроль. И вот в этом свете, вот как раз, чтобы вот буквально несколько дней назад наши великие блогеры слезно плакали, кричали о том, что противник уже прорвался куда-то, все, вот все потеряно. Значит, этот противник, который туда прорвался, его уничтожили. Ну, там где-то кто-то бегает еще. Ну, и были у нас, получается, два понтонных моста, которые противник перебросил на нашу сторону. Вот эти два понтонных моста уничтожены. Этот участок тоже на контроле. И делается все для того, чтобы противник уже не имел возможности больше перебрасывать никаких понтонов. Это, я считаю, очень важно, потому что сейчас весь наш фронт потихоньку двинулся вперед. Сегодня, получается, ребята наши соседи справа, они заскочили, получается, взяли один опорник, уничтожили противника, 14-27 полк, получается, и взяли пленного одного тоже. Каждый день у нас на всех направлениях, получается, идут пленные, 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 уничтоженные, техника выжигаемая. Поэтому ситуация, даст Бог, уже, как говорится, она начала полностью проявляться. Все подразделения потихоньку двигаются вперед. Каждый день мы освобождаем по одному, ну, на нашем направлении, населенному пункту. Наши подразделения, получается, в общей сложности. Ну и если взять, говорить о других участках линии боевого соприкосновения, это Донецкий участок фронта, значит, я хочу сказать, что там тоже бойцы российской армии действительно двигаются вперед с очень хорошими результатами. Часовьярское направление тоже двигается с очень хорошим результатом. Ну, в общей сложности, друзья, я скажу так, месяц назад, когда все плакали и бились мордой об асфальт, крича, что все потеряно, я сказал, что не надо беспокоиться, все будет хорошо. Мы однозначно победим, потому что Россию любит Бог. И мы любим Бога, и Он с нами. Из-за этого Он нас не оставит. Я вам это говорил тогда, говорю сейчас. Я вам хочу сказать, что мы стали еще на один день ближе к победе. Даст Бог, скоро мы ее будем праздновать. Ахмат сила, Россия мощь, Бог един. Всем спокойной ночи.